Как решили прыгнуть с парашюта? Всю жизнь мечтала на самом деле полететь в небо. Мне подарили на день рождения подарок. Что мешало приехать на прошлой неделе или, например, летом? Париж, Монголия, Шамбала, Джанхот. Я путешествую, вот я все там бросила теперь, и теперь, блядь, здесь теперь я хочу. Главное, я себе желаю вау полета. Это мечта, это действительно наслаждение, это свобода, состояние полета, птицы. Хотите так испытать? Летим с Александром. Я не знаю даже, как это будет. Вот серьезно. Кто-то боится, кто-то... Я в предвкушении, да. Но вот как это будет, ну, наверное, я еще пока не понимаю. Вот когда прыгну, наверное, пойму. Все вы смотрите на ютубе меня, как я буду лететь.